когда все подготовительные работы были завершены, мы сочли возможным перенести отделение неонатологии из детской больницы на базу вашего перинатального центра. В чем еще здесь видим положительные моменты? Вечно были у нас проблемы с неонатологами. Действительно, кадровая разрозненность этих двух учреждений не позволяла укомплектовать и то, и другое отделение, неонатальное отделение перинатального центра и детской больницы в полном объеме. Сейчас, не секрет, количество родов упало, количество новорожденных, соответственно, тоже. Работа койки по отделению неонатологии в детской больнице значительно снизилась, она почти на 40% была ниже нормативной. Поэтому сейчас, когда нам удалось это сделать, персонал перешел вместе с койками, почти весь, кто, по крайней мере, пожелал, в перинатальный центр. И сейчас там организовано полноценное отделение для выхаживания деток новорожденных и для их лечения. Туда же ушли 2 врача-неонатолога и, по-моему, 8 медицинских сестер. То есть остался один доктор, который счел возможным пойти работать для себя в детскую поликлинику, что мы тоже очень приветствуем, это здорово.